Посреди пустыни под тонной песка покоится древняя царица. В тот день, когда она проснется, мир узнает, что такое неистовая ярость. Добро пожаловать в мир, где правят боги и монстры. «Мумия 2017» стала продолжением кинобестселлеров конца 90-х, объединенных общим названием и сюжетом. В каждом фильме археологи откапывали очередную мумию, и мир погружался в хаос. В этот раз мумию предстоит найти не ученому-археологу, а герою-спецназовцу. В отличие от предыдущих реинкарнаций, древнее существо этого года будет не злодеем, а злодейкой, мумифицированной заживо египетской принцессой, которая оживет в современном мире. Ее сыграла София Бутелло. Ключевой фразой премьеры стало выражение «чтобы победить монстра, нужен другой монстр». Этим другим в «Мумии» станет тот самый спецназовец, герой Тома Круза. Чем закончится эпическое противостояние американского военного и древнего существа, вы узнаете уже сегодня. И сейчас, спустя много лет, я помню все наши встречи. И ее слова: «У меня ничего нет, кроме тебя». Лев Толстой озолотился бы на авторских отчислениях, будь он еще жив. Ведь сегодня на экранах выходит 30-я по счету экранизация романа «Анна Каренина». На этот раз в роли трагической героини Лиза Боярская. Многие к ее кандидатуре отнесли скептически из-за басистого голоса. Однако пробы она прошла с первого раза. Главным конкурентом Максима Матвеева, утвержденного на роль Вронского, был Константин Крюков. Однако женатому на Боярской Матвееву на пробах удалось показать страсть куда убедительней. Режиссер Карен Шахназаров понимал, что новая версия российской классики может быть воспринята неоднозначно как зрителями, так и критиками. Особенно учитывая тот факт, что в золотой коллекции отечественного кинематографа уже имеется фильм с Татьяной Самойловой и Василием Лановым в главных ролях. Однако не будем спешить с выводами, возможно, чета Боярской и Матвеева превзойдет коллег по сцене. Они забрали батю! Куда собрался? Вызволять свою собаку! В этот четверг «Крепкий орешек» Голливуда вновь на экранах. Американский комедийный боевик расскажет о частном детективе, вынужденном поставить на уши весь Лос-Анджелес ради того, чтобы вернуть своего пса. В роли защитника животных, конечно же, выступит Брюс Уиллис. 62-летний актер на съемках картины продемонстрировал не только крепость своих физических данных, но и крутой нрав. Актер Ральф Герман, известный по картине «Третий лишний», признался, что все сцены с его участием были вырезаны из ленты по требованию Уиллиса, который посчитал, что он попросту не нужен в фильме. Не погорячился ли «Крепкий орешек», узнаете сегодня. Кажется, на экраны страны надвигается отличная волна кинопремьер. Ловите с нами «Попутный ветер».